Приветствую всех участников сообщества «Цветанутые» на моем канале, подписчиков моего канала и гостей моего канала. Сегодня я хочу показать вам в коротком видео, как у нас укоренилась пеларгония ампельная, которую мы с вами укореняли 6 февраля. Сегодня у нас 18, прошло 12 дней. Вот, и мы сейчас посмотрим, укоренилась ли она у нас. Она у нас укоренялась в грунте, в котором сидела у нас тунбергия. То есть, которая была посеяна тунбергия. Она у нас очень хорошо взошла. Очень хорошая была мощная корневая система у нее. Был здоровый грунт, никаких ни плесени, ничего в нее не было. И вот давайте посмотрим. Вот видите, у нас вот так вот укоренилась, вот такие корешки пустила наша пеларгония. Видите, через 12 дней. То есть вот ампельная пеларгония наша. Я уже говорила, что такой грунт, в котором очень хорошо развитая была корневая система у сеянцев, обладает гормоном роста. Ну вот видите, такие корешочки. Вот, слава богу. Так что можно использовать вот такой способ укоренения. То есть семена, которые у вас посеяны, вы потом распикировываете с вашу рассаду, ваши сеянцы, ну вот допустим у меня вот сеянцы, видите, что это здоровый грунт, никакой плесени на нем нет, значит этот грунт, и если там очень хорошо корневая система развита, вот здесь тоже прекрасно развита корневая система, видите, вот уже какие корни, вот у это у нас посеяно виола, вот, и у нее уже тоже очень хорошо корневая система развилась. И вот когда мы ее будем пикировать в фазе двух настоящих листочков, то тоже используем вот этот грунт для укоренения черенков любых. Мы уже провели опыт. У меня уже был в прошлом году опыт. И вот сейчас тоже я вот решила вам показать. И ну вот опыт. Опыт снова удался. То есть вот это уже для меня не эксперимент. Очень хорошие, жирненькие такие беленькие корешочки через 12 дней. Слава Богу. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. До свидания, всего доброго, хороших вам всходов, хороших укоренений ваших черенков. До свидания.